Они добиваются успеха в спорте, становятся музыкантами и успешно реализуют себя в театре. Международный день людей с синдромом Дауна отмечают сегодня во всем мире. Те, кто когда-то сам нуждался в поддержке, помогают другим обрести уверенность в себе. В этот раз праздник организовали для них. Надувные аттракционы и большие медведи, шоу мыльных пузырей – это лишь маленькая часть сюрприза, который подготовила благотворительная организация. Само мероприятие, оно больше носит артхаусный такой характер. Заложена мысль рождения ребенка с синдромом и его принятия. То есть на самом деле каждая мама проходит этот путь. И, возможно, мама, которая не может никак еще принять своего ребенка, посмотрев на наших детей, возможно, поменяет свое мнение и будет двигаться вперед. Мой секрет – никогда и не волноваться, потому что если ты волнуешься, то тебя ничего не получится на самом деле. Всемирный день человека с синдромом Дауна отмечается ежегодно с 2006 года. Он еще раз напоминает, что такие люди нуждаются не только в семейном тепле, но и защите общества.